Жители Якутии снова окунутся в крещенские купели. В Якутске такие купания по традиции пройдут на протоке Лены на Зеленом лугу. Палаточный лагерь с оборудованными купелями примет снова десятки тысяч горожан и гостей столицы, желающих совершить крещенское омовение. Купели будут действовать с 18 по 20 января. Синоптики в эти дни обещают морозы в Якутске до 38 градусов. Завтра, то есть 18 числа, в час дня владыка архиепископ Роман осветит купель. И с 3 часов начнут курсировать автобусы от Преображенского храма. С 3 часов завтра, с 3 часов до 22. 19 с 8 утра до 22. 2 автобуса по мере наполнения будут курсировать купель Преображенский храм.